Уже с 1 сентября вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь все штрафы за них не могут быть меньше 500 рублей. Информация опубликована в «Российской газете». За превышение установленной скорости движения и проезд на запрещающий сигнал светофора законом вводится повышенная ответственность в случае их повторного совершения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет применяться одновременно и административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа уже 50 тысяч рублей, а срок лишения 3 года. Кроме того, в некоторых статьях предусматривается минимальный срок административного ареста – 10 суток. Законом также предусмотрена отмена такого документа, как временное разрешение. То есть с 1 сентября 2013 года при совершении правонарушения, влекущего лишение права управления, водительское удостоверение изыматься не будет. Обязанность дать водительское удостоверение у водителя наступит со дня, когда вступит в законную силу постановление суда о лишении его права управления транспортными средствами.